Я приехала вместе с вами на 16-ю Паркову, садовый центр, наверное, многие его знают, тут садово-тепличное хозяйство, очень много всевозможной рассады, саженцев. Так, это колышки для крепления, 10 штук, и, кстати говоря, сравните с фикс-прайсом, здесь цена 359 рублей, вот, а в фикс-прайсе такие, по-моему, по 50, что ли, 10 штучек, и не хуже. Так, что здесь такое? Значит, за 279 парник, 14 ячеек. В общем, все, конечно же, дороже вместе с таблетками. За 99 только такие лоточки, вот мини-парнички. Таблички за 112, но уже они идут с маркером. Это, конечно, удобно. С карандашом памятка цветовода 85. Шпагат 69. Полипропиленовый 99. Мешки для сбора урожая 189 рублей, чуть дороговато. Лента 99. Ну, я считаю, что такая лента все-таки она даже может навредить. Она из нетканого материала, искусственно. Так, мешки для мусора, это неинтересно. Тазы, ведра. Вот для луковичных корзины. Круглые 30 сантиметров по 45 рублей. Большие, больше, чем в фикс-прайсе. В фикс-прайсе такие маленькие. Пульверизаторы всех цветов радуги. Так, лейки. Что еще? Отдельно можно купить. Вот распылители, перчатки. По 25 рублей. Вот хлопчатобумажные с резиновыми точечками. Так, что еще? Резиновые перчатки. Ага, опрыскиватели. Как раз весной понадобятся 8-литровые. Не знаю, цены нет. Дуги для парников. Значит, пленка и армированная, нет. Вот парник с укрытием 785 рублей. 4-метровый. Так, агролюкс. Вот этот нетканый материал. И белый, и черный. Ой, смотрите, какие там опоры интересные. В общем, много чего. Бамбуковые опоры, горшки на заднем плане, мешки. Вот приствольный квадрат, ящики для рассады по 69, по 79, попроще которые, и за 215 вот эти, видите, с двойным дном, с решеткой, ну, для дренажа. Цена не указана. И на 28 горшков. Вот, притом разноцветные, можно отдельно томаты, перцы, баклажаны высаживать. Вот, и никогда не запутайтесь. Допустим, синие горшочки баклажаны, в красные томаты, в белые перцы. Удобно, оригинально придумали. Есть тоже удобные комплекты для рассады. Вот на 8 горшков уже такие горшки. Единственное, цену я тут не вижу нигде. Вот настоящая находка для садоводов, любящих свой труд. Тут посмотрите, какие огромные, огромные, наверное, сантиметров 10 диаметра торфяные таблетки в каждом горшке. Вот и еще поддончик. Тоже разноцветный и удобно. Не запутайтесь никогда, куда что посадили. Саженцы роз. Смотрите, в каком количестве. 249 рублей. Вот. И тут разные сорта. Написано на ящиках, что это продукт из Голландии. Смотрите, какие амфоры на заднем плане. Вот для ландшафтного дизайна. Амфоры, например, 3700, 5000. В общем, цены такие. Вспомнила мне моя подписчица, рекомендовала посадить капусту китайскую, вот пак чой. И здесь я ее как раз нашла. Пакетик по 14 рублей. Вот я и куплю. И смотрите, какие интересные семена. Баклажан мраморный. Потом баклажан ятаган. Смотрите, какие интересные. И вот баклажан зелененький. Первый раз такой вижу. Сорт или гибрид. И вот, смотрите, хозяин барин.
В общем, чего только нет, столько новинок всевозможных. Баклажан сосулька. Смотрите, какой интересный день и ночь смесь. То есть и темные баклажаны, и светлые. Какие-то альбиносы. Черный красавец. Так, и что еще интересного тут? Смотрите, капуста брюссельская, виноградная гроздь. Весенние самоцветы, цветная смесь. А вот совойская небылица. И цены доступные, в принципе. Пекинская капуста, думаю, может посадить в этом году. Тут и всевозможные средства по уходу. Кстати, кальцинированная сода, вот кому нужна была, для того, чтобы сделать, по-моему, какое-то чистящее средство, чтобы отмывать сковородки. Краска для садовых деревьев. 95, а сода по 79, 0,4 литра. Смотрите, подкормка для растений уже сделана. Крапива 155, вот, то есть уже она собрана, засушена, а вам только нужно приготовить настой. 150 грамм. Кровяная мука. Органическая азотная подкормка. Стоит она 279. Потом Витафлор Пион, Агроперлит по 90, по 85, бочка и 4 ведра для рассады по 110. Так, для клубники, земляники. В общем, чего-то только нет. И Агроперлит, и кремневит, вермикулит по 155, 2,5 литра. Грунт для орхидей 110 рублей. Суперфосфаты, и пошли уже удобрения. Ну и кроме того, здесь, конечно же, можно купить и живые цветы. Смотрите, например, по акции первоцветы были 115, стали 75. Ой, а запахи тут, ароматы. О, какая красота. Посмотрите, вот, по-моему, это называется лук какой-то. А, не помню сейчас название. Вот эти голубенькие. Так, крокусы. Гортензии, ой, всех цветов радуги. Вот, горшечные растения, вечно зеленые. Ой, а смотрите, нарциссы, обожаю нарциссы. Самые мои любимые цветы весенние. Тоже по 85. Ой, а какие огромные. Смотрите, вот, по сравнению с рукой. Вот, больше ладони, около 20 сантиметров цветоносы. Посмотрите, какая красота. Ну и пройдемся немного вот этим краскам. Ароматы просто непередаваемые. Посмотрите, какие красивые. Примула обыкновенная. Вы посмотрите, наверное, сантиметров, ну, 8 в диаметре цветы. 79 рублей. Вот один такой горшочек. Посмотрите, какие интересные. Серединка желто-белая. Есть вот глубокий такой бордовый цвет. Примула махровая, уже по 115, бегонии, вы посмотрите, какая красивая герань, пеларгония, вот нежная-нежная, и вот цвет фуксии, как мой вот шарф. Значит, вот 425 рублей. Мирт обыкновенный, это всевозможные. Вот плющ, саженцы, растения тоже будут. И в том числе, вот смотрите, сейчас, например, можно уже купить пряные травы. 129 рублей. Разные при том. Это просто пряные травы, но, по-моему, это... как это называется? Тимьян, что ли, похоже, да. А вот розмарин, насколько я помню, вот к мясу приправа. Вот, да, розмарин лекарственный. Так, 170 рублей. Он хорошо разрастается. Потом мясной рыбный чайный микс. В общем, приезжайте, теплицы ждут вас. Уже готовы полностью к сезону. Сейчас пройдем, посмотрим вот туда, что там за сеткой, за стеной, вот за той сетчатой. Посмотрим, что там. Смотрите, кто любит денежные деревья, толстянка, вот древовидная, 295 рублей. Посмотрите, какие сочные здесь листья. Кстати говоря, у меня толстянка, которой больше 15 лет, она цвела в позапрошлом, по-моему, году. У меня даже есть видео, я вставлю сюда кусочек.
такие разновидности. Вот видите, какие листочки такие трубочками как бы. Вот обычная. А вот со скрученными листочками. Она так и будет. Очень красиво смотрится. Вот есть покрупнее. И вот с белым окрасом. Видите, какая? Тоже альбинос какой-то. Очень оригинально смотрится. И с круглыми листочками, как монетки. Смотрите на азалию, акция 290 рублей вместо 325. Смотрите, сколько оттенков. Вот алый, потом розовый, сиреневый, ой, и до белого доходит. Красота. Ну и, конечно, море, притом море белых орхидей. Надел вот с горшочками и всевозможными фигурками садовыми. Например, белочку поселить у себя за 856 рублей. Вот, или можно целое семейство бельчат. А смотрите, какие хорошенькие глазки блестят. Как живые издали. Грибочки по 680, а маленькие 500. Вот, например, кашпо металлическое. Смотрите, какое оригинальное. Оно тут из позолоты. И есть металлическая ручка. И тут вот в таком старинном стиле птички и надписи. В общем, 721 рубль за такую красоту. И посмотрите, кашпо металлическое фигурное. Ну, тут три штуки, что ли, 1496. Мне кажется, набор вот из трех таких. Тоже интересная такая идея, задумка. Ваза на любую... кошелек на любой вкус. Вот такие горшки для орхидей прозрачные, с поддоном при том. И всевозможные стеклянные формы. Что такое ваза-улитка? Наверное, она должна быть в перевернутом виде, подвешена. 770 рублей. А вот ваза-мини-флорариум. Первый раз такую вижу, посмотрите. Это получается как колпак такой стеклянный. И тут еще и отверстие воздушное. Ваза-колпак с шариком 2890. Так, колпаки, ну чуть дорогие. Смотрите, какие огромные бокалы тоже для композиции. Ну, ваза такая круглая, шар 774. И вот такие поменьше уже поспокойнее, обычные вазочки.